Мы любим славу. Но слава этого мира, мои братья и сестры, она временна. Это вообще не важно. Но некоторых людей мы знаем по их славе в Ахирате. Они беспокоятся о своем положении в Ахирате. Некоторые люди будут воскрешены перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Некоторые же будут в тени Аллаха, в безопасности, в то время как другие будут обеспокоены и стоят под солнцем. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, в судный день расстояние солнца от человека будет равно одной миле. И передача хадиса говорит, клянусь Аллахом, я не знаю, что он имел в виду под милей. Имел ли он в виду расстояние? Или же он имел в виду палочку, которую мы используем для того, чтобы подводить глаза сюрьмой? Что же конкретно имелось в виду, я не знаю. Что он, да благословит его Аллах и приветствует, имел в виду? Но несмотря на это, в данное время солнце находится на расстоянии более 150 миллионов километров. И если вы останетесь под ним на некоторое время, вы получите загар.